Привет всем! Вы на канале Stock Tesla. С вами Виктор. Сегодня я вам расскажу и подскажу, как снять и заменить на Tesla Model S Dorest сигналы. Как их снять? Ну и поставить потом обратно. Для этого я уже так подобрал, ну, разобрал, снял. Сейчас я вам покажу, чтобы вам было понятно. Думаю, для этого надо снять бампер. Бампер можно снять, вот, даже не поднимая на подъемнике и там без ямы. На вот тут на крыльях, чтобы снять бампер, есть тут один болтик, такой же самый зеркальный с другой стороны, и снизу вот в этом месте есть два болта, ну, под головку M10, и с другой стороны, и там штук 5 клипс, их содрать. И перед тем, как снимать бампер, нужно отсоединить вот верхний штекер, то есть проводка бампера, и бампер снимается. Вот так. Потом, что надо еще снять? Ну, корыто-то понятно. В общем, процедура такая. Вот. Два ключа на 11, две шланги. Нужно снять вот эту губу, она стоит под радиатором. Диффузор радиатора. Когда будете снимать, тут аккуратно, тут есть провод на радар и на датчик температуры. Вот тут он. Но сам штекер можно не отключать. Тут сверху сжимается. Вот он. Сжимается тут усик, и он целиком вместе с проводом отсюда вытягивается. Вот. Лопухи на радиаторах боковых снимать не надо. Вот. Ну, я сейчас снял, так, продул, ревизию сделал. Вот. Когда это все сняли, вот тут есть радиатор. Вы его отводите, не надо отключать там, сливать тосол или антифриз, что там. Вот. Он отгибается, вон. Ну, вам, наверное, не видно, что там запрятано. Ну, вот снизу покажи. Вот. Вот так он движется, верхняя часть. Тут получается такая щель. И с этой стороны ключиком на 10 открутить сам сигнал. И через вот это отверстие, ну, вот эту щель, аккуратно вытягиваем сигналы. Вот, сейчас я их буду ставить обратно. Так, ну, оттуда он не залазит, его надо сюда сбоку, так чуть-чуть оттянули, сигнал завели, только осторожно, там, смотрите, 600-ый, все аккуратно, вот. Я его сюда завел. Неудобно, конечно, но... Так, где она тут? И вставляем его сюда, в отверстие. Обратно. Вот. Блин, перевернул.
перевернуть другой стороной. Так, чтобы клеммы были вверху. Вот, я ее провернул. Все, вставим, потом дожму. И таким же самым образом, вот второй. С этой стороны радиатор чуть-чуть оттягиваем. Сюда вот так. И вставляем сюда. Этот сигнал. Опять же повторяюсь. Смотрите аккуратно с этим. Сигналом, чтобы он не попортил, не пробили соты. Так. Вот. Вот таким образом снимается, меняются эти сигналы. Можно бы было бы, конечно, попроще. И потом уже в этом самом порядке все собираем обратно. Попроще, но никак. Только так. Можно было бы эти сигналы, конечно, где-то попроще поставить, чтобы доступ был к ним. Но тут на данный момент как-то так. Вот. Ну что, кому была полезная информация, вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Так как у нас разборка, мы продаем запчасти на Tesla, на все модели. Вся информация будет под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, будем рады. Всем спасибо, всем пока.